Волонтеры наспех сортируют последние товары. Совсем скоро в пункт сбора гуманитарной помощи при общественной палате приедет грузовой автомобиль, чтобы забрать коробки. Такие процедуры здесь проходят несколько раз в неделю. Все собранные продукты, вещи, лекарства и средства личной гигиены отправляются жителям Луганской и Донецкой народных республик. По таким приблизительным подсчетам мы отправили уже больше 10 тонн. Именно Ленинский городской округ. Хотя собирает вся Московская область и вся Россия. И все очень активно отозвались и помогают. А здесь, в кинотеатре «Искра», адресную помощь оказывают жителям Луганской и Донецкой народных республик, которые покинули свои дома и переселились в Ленинский городской округ. Спасибо этому месту, спасибо большое Сабине и девочкам, которые здесь. Очень сильно помогли. Ну, ребенок у меня, по крайней мере, сейчас одетый. Очень помогают и продуктами периодически хорошо. И даже нашли круг общения здесь для себя. Но в основном здесь помогают одеждой и обувью. В ассортименте уже сотни наименований разных размеров и стилей. Жители округа активно несут вещи для взрослых и детей. Оксана Мясоедова в «Искру» приходит не в первый раз. Сегодня выбирает летнюю одежду для своих мальчиков. Взяли резиновые сапожки, допустим, потому что здесь очень погода отменная, по крайней мере, от Мариуполя. У нас очень жарко, здесь такая очень дождливая погода. Взяли шортики, футболочки, потому что выезжали с очень маленьким количеством вещей. То есть одна сумка буквально, и все. Здесь очень хорошо помогли. Вот здесь вот игрушки сейчас, самокаты взяли. Так что как бы очень замечательно. Большое спасибо этому пункту. Сейчас в летний сезон наблюдается спад активности благотворителей, но волонтеры не переживают. Говорят, это временно. А пункты сбора и предоставления гуманитарной помощи продолжат работу. Окончание, скажем так, нашей работы даже не прослеживается. Все будет зависеть от того, как будет продвигаться, скажем так, вооруженная наша компания в связи с специальной военной операцией. Вот. Но поскольку, соответственно, есть необходимость в нашей работе, мы в любом случае будем ее продолжать до тех пор, пока это будет требоваться. Режим работы обоих пунктов – вторник, четверг, суббота с 14 до 19 часов. Всю необходимую информацию можно получить по номеру 8 985 093 88 38. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.